Итак, наш сыщик разгадал загадку века. Ты ведь не можешь уйти по-хорошему, правда? Мы получили кучу денег, ты сохранил лицо, что тебе еще нужно? Но нет. Все зашло немного дальше, чем я рассчитывал. И настал час расплаты. Мистер Кроул! Да ну. Я не дал тебе денег в прошлый раз. С чего ты взял, что сейчас будет иначе? Или ты действительно думал, что я просто так отмажу тебя от того лоха? А потом буду сидеть и смотреть, как ты резвишься в моем городе? Ха-ха-ха-ха! Твоя главная проблема — жадность. Пусть это будет тебе уроком. Эта территория моя, а тебе пора исчезнуть. Я Кросс. Гони его тачку ко мне. Игра окончена. Я просто коп, которому хорошо платят. Можешь убедиться. Слушай, мне надо сказать тебе кое-что важное. Так вот, ребята из твоей команды видели, как ты уезжал. И они говорят совсем не то, что Дариус. И главное, их истории прекрасно дополняют друг друга. Кто-то подкупил копов. Кто-то устроил твой побег. Кто-то подменил сумку. Теперь я знаю, кто это был. Дариус обожает играть людьми, но кое о чем он не знает. По условиям сделки с Кроссом мы будем ездить вместе. Так что не только у тебя есть старые счеты. А теперь поехали. У нас еще есть работа.
cozy. It's nice to link on some new lick flow. Решил, что знаешь город? Ты не поверишь, что ждет тебя в этом тихом омуте. Boys, everyone's a bad man. I'm not boys, my boys. Everyone's a bad man.